друзья. Красноярское время без 10:400. И не случайно мы под таким колоритным девизом проводим сегодня наше празднование. Отмечая круглую дату родного Красноярска, мы, как и полагается сибирякам, всегда смотрим вперед. Наше умение глядеть за горизонт приковано нас самой историей и, наверное, тем центральным положением, которое занимает Красноярск на карте России. Первая печать Ивана Грозного, которая стала и первым гербом города Красноярска, символизирует его основные черты. Это настырность, твердость и уверенность. И вообще, Красноярск – это город-борец. Именно поэтому Красноярску и суждено быть всегда первым. Наш конек – это промышленность. Здесь мы безоговорочные лидеры. И самое главное, гордо всегда смотреть, как наши заводы внедряют самые современные технологии. Наше образование – это вообще кузница золотых кадров. На наших педагогических практиках обучаются многие регионы России. Мы с вами вместе строим школы 21 века. Строительство, энергетика, благоустройство, спорт, культура, торговля – какую сферу не возьми в Красноярске, всегда найдешь уникальное отличие, особую марку, бренд «Красноярский». И все это, на мой взгляд, реализуется большой командой красноярцев. Это вами, дорогие земляки. Поэтому сегодня каждый из вас заслуживает самых теплых и пристальных аплодисментов. Красноярск – это душа и сила Сибири. Через 266 дней мы будем принимать нашу первую в России зимнюю универсиаду. И Красноярск прозвучит практически на всех языках мира. И я думаю, у нас будет чем удивить наших гостей. Красноярск – один из старейших городов за Уралом. Старше Новосибирска, да и что говорить, старше нашей северной столицы Санкт-Петербурга, город Красного берега в окружении гор – нереальные виды, согласитесь. И, конечно же, наше основное чудо природы – столбы. И единственное в мире братство столбистов, которое показывает сам нрав Красноярска – стремление вверх, к высоте. Мы первыми покорили пик коммунизма, пик Ленина. А вспомним давайте ту легендарную надпись под самым куполом Рейхстага. Мы, сибиряки, красноярцы, столбисты. Я думаю, да, это заслуживает действительно аплодисменты. Каждый из нас гордится нашим природным ландшафтом. Это и парком Роев ручей, и нашими островами. У нас их в городе 10. Самый крупный из них Татышев. 650 гектаров живой природы в самом центре города. Парк, центральный парк Нью-Йорка намного меньше по площади. Поэтому это наша гордость. А в скором времени, при поддержке Александра Викторовича, у нас появится еще один природный парк, экопарк «Гремячая грива». Наш водный король Енисей – самая полноводная река в России. И величайшая наша победа человечества – это Красноярская ГЭС. 7 корон водной магистрали – мосты. Чудо 21 века – Николаевский мост. По объему металла – это практически 3 Эйфелевых башни. И мы зачастую об этом не задумываемся, о наших инженерных творениях. Так совпало, что сегодня у нас праздник в квадрате. Мы одновременно празднуем и юбилей города, и Международный день дружбы. Поэтому я хочу сказать, конечно, и об открытости, и дружелюбии нашего города. У Красноярска 16 городов-побратимов по всему миру. У нас в нашем Сибирском федеральном университете обучается практически 1000 студентов
из 46 стран мира. Да, у нас немало сегодня поводов для гордости, но все же главная сила нашего юбиляра, все с этим согласитесь, это наши люди. Легендарные земляки Василий Суриков, Геннадий Юдин, Виктор Астафьев, Леонид Чернышов, Иван Ерыгин, Дмитрий Хворостовский. Это вообще все герои вне времени. А сколько сегодня у нас молодых дарований, которые уже сейчас прославляют Красноярск. Это и скрипачка Дарья Манза, и певица Дарина Змелюкина, спортсмены Софья Богданова и Кирилл Килимнюк, наши чемпионы по робототехнике «Сибирские сердца», футбольный клуб «Тотем». И убежден, что в книге о родине талантов никогда не закончится свободная страница. Достояние красноярцев всегда было в единстве. С ними любая цель кажется досягаемой. Взять хотя бы недавний рекорд России, который мы установили, исполняя хором красноярцев песню нашим ветеранам на 9 мая. И сегодня, в юбилей родного города, хочется особые слова благодарности и признательности сказать тем, кто подарил нам мирную жизнь. Друзья, будущее вершится в настоящем. 10 лет до эпохальной даты. К четырем векам мы должны подойти достойно. Нам необходимо серьезно поработать и подготовиться. Мы должны инфраструктурно готовиться, организационно, идеологически и, я хочу сказать, и духовно. Очередная планка – придать нашему городу столичность. И мы к этой цели идем. Несомненно, стартом для этой цели станет, конечно же, наша универсиада. А если задаться вопросом, а каким будет наш юбиляр? На мой взгляд, душой инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», городом неравнодушных жителей, мегаполисом востребованной науки и высоких технологий, городом, который успешно конкурирует и борется за своих людей. Городом разных, но городом равных. Город, где городская среда является объединением горожан. И та цель, к которой мы стремимся, чтобы наш город стал нашим домом. Но самое главное, на мой взгляд, в нашем городе – это дети, наше будущее. Буквально недавно наши юные красноярцы в своих рисунках попытались изобразить город будущего. Каким же он получился? Предлагаю взглянуть на экран. Зеленый, чистый, креативный, вдохновляющий, порой неожиданный, ну и, конечно же, любимый. И, как говорится, мечты в реальность. А сегодня, дорогие наши, давайте поздравим нашего юбиляра с днем рождения, пожелаем его процветания, а каждому жителю города Красноярска пожелаем счастья. С юбилеем, наш родной! Любим тебя, Красноярск!